Осмотр строящегося выезда из 6-го микрорайона депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов и глава округа Алексей Спасский начали с улицы Донбасской. Именно здесь сейчас работы в активной фазе. Сейчас основные работы, то, что идут на этом участке дороги у нас, это тротуары, асфальт и освещение, перенос столбов. Вчера буквально встречались разгрузка движения вот на этом перекрестке, это круговая организация движения, развод потоков полностью, чтобы жители могли въезжать и выезжать спокойно на этом участке. Продолжается ремонт у самого Донбасского моста. Рядом уже проводятся земляные работы по примыканию выезда из 6-го микрорайона к трассе М4 Дон. К ним приступили после выноса всех коммуникаций, которые были проложены под землей. До конца ноября у нас будет выполнено примыкание к М4 Дон. Здесь у нас идет примыкание, начинается, и вот там в районе рекламного щита разгонная полоса на федеральной трассе заканчивается. Вячеслав Фетисов и Алексей Спасский осмотрели дорогу на всем ее протяжении, поговорили с жителями и еще раз обсудили сроки завершения работ с представителями компании-застройщика. Мы рады тому, что сейчас бизнес взял на себя обязательства, сумел договориться с местной властью, да, и решает вопрос. Ну, достаточно симпатично все выглядит. Естественно, сроки немного сдвинулись, что объяснимо. Это связано с пандемией, с некими проблемами геологическими, но тем не менее к Новому году люди получат выезд. И мы, представители Совета депутатов, контролируем вопрос в плотном контакте с инвестором, с подрядчиком, которые ведутся здесь работы. Понятно, что в общем объеме процентов 90 работ уже выполнены, да, и те самые тяжелые работы, которые сейчас связаны с проколом, связаны с дренажом ситуации, они тоже уже находятся в финальной стадии готовности. Таким образом, рабочим осталось доделать лишь небольшой участок дороги, который соединит улицу Калиновая с Донбасским мостом, и положить финишное асфальтовое покрытие. Подходит к концу работы по выносу кабельных линий. Буквально в ближайшее время мы приступим к последнему нашей захватке, к участку, где нам мешали кабельные линии. Будет обустроено полотно дороги, обустроен бордюр, освещение. В ближайшие 2-3 недели это будет закончено. Напомним, что после завершения работы 6-го микрорайона можно будет быстро доехать как до трассы М4 Дон, так и до железнодорожной станции Расторгуева. Будет запущен и общественный транспорт. Площадки для будущих остановок уже подготовлены. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.